забыл, как называется. Сейчас вспомню. Секунду. В семье танцоров. Дили-дили. Кто же это может быть? Дили-дили. Кто же это может быть? Дили-дили. Кто там? Папа, это я. Кто я? Я твой сын. А какое кодовое слово? Цезгорице. О, заходи. Заходи, сын, сын, я рад тебя видеть, сын. Ты очень хорошо выглядишь. Спасибо. Я тебя обниму. Сын, привет. Привет, привет. Привет, папа. Как ты? Я хорошо. Молодец. Папа? Да? Папа, у меня две хороших новости к тебе. Какая это? Первое, я посетил 3761 урок. Ух ты, юбилей! Потерял! Потерял. Потерял, молодец. Вторая, какая же? Отец. Да. Я влюбился. Ух ты. Я свою любимую привел с собой. Ну, заводи же ее, заводи. Ты любимая. Он моя печенька. Ух ты. Как зовут тебя, снежинка? Варвара. Варвара? Моя мать нервничает. Варвара, как ты познакомилась с Юрием? Расскажи, пожалуйста. На танцах. На танцах? На танцах. Ты любишь моего сына? Да, очень. Неужели? Amor mio. Знаешь, я могу дать свое согласие для того, чтобы вы были вместе, но ты должна пройти кастинг моей мамы и Юриной бабушки. Бабуля! Бабуля! Большой квартиры. Помоги! Внук, помоги дойти бабушке. Внук, да, внук. Бабушка, аккуратненько. Не хотела я. Рука-то такая волосата. И тут не гладко. Натюрель. Да это не бамба вовсе. Но я же ее люблю. Пойдем посмотрим, на что она способна. И это наша дружная семья. Две такие миниатюры, которые вам...